Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о моих пустых баночках. Как обычно, по традиции, все, что у меня, каждый каталог в пустышках, это я буду очень быстро перебирать. Да, если так можно выразиться. Первое, что у меня закончилось, это куча ультракондиционеров для белья. Такие вот хорошенькие. Артикул 118.50. Орхидея и кашемир. Запах из бутылки мне почему-то не очень нравится. Но на самом деле они действительно с великолепным ароматом. Далее концентрированный гель для стирки деликатных тканей. Артикул 308.40. Мы им стираем все, что нужно. От курточек до нижнего белья и так далее. То есть очень хороший гель, ничего ни разу не испортил, не попортил. Ну, конечно, если тот режим на машинке поставить, да. Если гель для стирки деликатных тканей запустить, например, на 90 градусов, то, я думаю, от вещи тоже ничего не останется. Артикул 308.40. Далее, очень много ультракондиционеров для белья, именно моих любимых. Восточный пион 118.53. Далее, концентрированный гель для стирки белого белья с артикулом 118.42. Его, кстати, сейчас на данный момент нет в наличии, он у меня заканчивается. И я даже удивлена, как это его нет. Я им столько лет уже пользуюсь, не знаю, что будет дальше. Появится он, не появится, скорее всего, он на перевыпуске, но и до такой степени востребован, что его уже разобрали. Далее ультракондиционер для белья розовый бархат, нежный такой приятный яркий аромат, 118.55 артикул. И наш парфюм для стирки в гранулах, очень классный, клевый, с артикулом 308.47, это ягодный. И с артикулом 308.46, такие альпийские луга, что ли, очень-очень вкусный, приятный аромат. Далее биопятновыводитель для белого и цветного белья с артикулом 119.84, тоже клевый и классный. Это мы используем в робот-пылесос, универсальное антибактериальное средство, прям туда его заливаем, 301.36, ну и так в квартире побрызгать мало ли что. Закончились салфетки-ловушки. Я раньше по 15 пачек заказывала на Вальберис, сейчас заказываю своей любимой компании. Обалденный продукт, очень классный, артикул 308.44, даже запуская белое белье, салфетки иногда бывают серыми. Вы представляете, сколько они забирают? Вот такой вот освежитель воздуха антибактериальной компании. Это артикул 303.24. Закончился, кстати, очень приятный аромат чайного дерева и эвкалипта. Действительно, безумно приятный. Ну и, конечно, за счет них и идет антибактериальный эффект. Далее, шарики для устранения запаха в холодильнике заменили. Их так-то написано, что хватает на 4 месяца, но мы их меняем почаще. В комплекте 3 упаковки. Артикул 111.60. Ну и, конечно, сами знаете, неприятный запах холодильник — это явление распространенное, справиться с ним непросто. Шарики эти справляются 100%. Дальше биокапсулы для посудомоечной машины. Закончилось на самом деле 4 упаковки, а не 2, потому что мы из одной пересыпаем в 2. 20 капсул тут идет, артикул 109.02. Но мы, когда я заказываю, например, там, допустим, 10 штук, у меня остается 5, потому что я из одной в другую пересыпаю. Места много, тут свободного бывает. И я делаю 5 коробок. Поэтому они потом сначала много в пустышках, потом мало. Дальше биогель для очищения туалета. Ну, нормальный такой запах, конечно, не особо вкусный, но сам по себе очень хорошо работает, прямо очень-очень хорошо. Артикул 108.98. Как обычно, мои любимые салфеточки для устранения пятен, для удаления пятен. Артикул 305.52. Ни один праздник не спасли, особенно детские новогодние праздники. Любимейший гель для бритья, после него практически нет вообще никакого раздражения, мне это безумно нравится. Артикул 25.71. Также у мужа закончился гель для бритья, все-таки больше ему нравится восьмой элемент, нежели этот, потому что у этого запах, ну, знаете, такой нежный, сладковатый, что ли, а тот все-таки более свежий, только чисто из-за запаха. Качество на самом деле отличное, 27.16. Дальше мой любимый шприц, корректор глубоких морщин, пользуюсь им практически каждый день, в день съемок обязательно, артикул 30.71. Это сыворотка для лица, идет в таком вот шприце, очень интересно, у меня его потом еще дочка забирает. Ну, сейчас уже там ничего нету, он закончился, на самом деле он большой, долгоиграющий, много его тоже
тоже не нанесешь. Он может скататься по чуть-чуть, понемножку, в перемешечку с кислородным бальзамчиком я это дело наношу. Что он делает? Это альтернатива гиалуроновым филлерам. Он борется с деформацией овала лица. Глубокие морщины возникают в результате потери кожи эластичности. И вот этот корректор ее постепенно, если каждый день им пользоваться, начинает возвращать. Тут идет гиалуроновая кислота, за счет нее морщины очень хорошо разглаживаются. Он заполняет и разглаживает их, интенсивно увлажняет кожу и возвращает коже тонус и упругость, улучшает цвет лица. То есть вот такой вот классный шприц с содержанием пептида, который работает на усиление естественного синтеза гиалуроновой кислоты. Также Новафтем О2, это кислородный комплекс, активизирует локальную микроциркуляцию, стимулирует регенерацию кожи, активно участвует в синтезе коллагена. Витамин Е – это витамин молодости, и витамин С выравнивает, осветляет тон кожи, стимулирует синтез коллагена. Также пентовитин, который сохраняет влагу в коже, способствует поддержанию и упругости. В общем-то, очень нравится гиалуроник. Дальше концентрированный гель для мытья посуды раз 3094. Это моющее универсальное средство 100% чисто. Он идет с пробиотиком комплексом. Им можно мыть все. Полы, стены, ванную комнату, длительную чистоту. Впервые, наверное, у меня в пустышках. Действительно бережное очищение, здоровый микробиом дома. Действительно, мне все очень-очень нравится. У него, кстати, очень такой хороший экологичный состав. Да, то есть смотрите, сколько тут много чего написано. Понравился, прям очень здорово. Ну, хорошо моет, в принципе. И запах у него такой, знаете, приятный. Такой его практически нету, такое, ну, какой-то чистотой пахнет, не чем-то таким сладким, а именно чистотой. Дальше лесная земляника, мыло для кухни, устраняющее запахи, 302-13 стоит у нас на кухне. Дальше ватные палочки наконец-то закончились, 100% натуральное происхождение текстуры, 200 штук было в упаковке, артикул 910-254. Состав у них тут бамбук и хлопок, они действительно клевые, классные, экологически чистые палочки, очень хорошо. Дальше от таких штук, как обычно, закончилось много, 1702 артикул, но, к сожалению, мы на данный момент не все собираем. Бывают моменты, когда что-то где-то выкидывается. Уменьшенная версия шампуня и геля для душа 8421, сейчас есть 400 мл, маленькую больше заказывать не буду. Это очень свежий такой морской аромат, классный, мужской. Так, это интенсивно очищающий шампунь для жирных волос, артикул 0191, это моей Екатерине Андреевне, моей дочурке 22-леточки, у нее длиннющие волосы, шампуня уходит всегда много. Дальше, вот смотрите, это у нас идет шампунь-бальзам против перхоти 2 в одном. Его и расходовала и я, и Антон. Это новинка в пустышках, и могу сказать, что он очень сильно густой. То есть вот большая упаковка, он очень сильно густой. Пенится он не сразу, но сильно. Его надо пораспенивать, пены будет очень много. Наоборот, ставится он тяжело. Вот тут немножечко не продуман этот момент. Но сам шампунь действительно классный. То есть это идет шампунь-бальзам против перхоти с артикулом 2768. Могу его порекомендовать. Он понравился и мне, и моему мужу. Но вот мы его ставили наоборот. У нас есть там такая перегородка крючочками. И вот мы на эту перегородку ставим, он не падает. Если просто на это, он падает. А если вот представляете, вот столько осталось, к примеру, шампуня, он стоит вот так. Вы его никогда оттуда не достанете. Вы будете так вот полчаса трясти, чтобы дошло до сюда, потому что он такой, ну, можно сказать, не супер густой, но средней густоты. Дальше восьмой элемент, вот как раз вот это средство для бритья мужу больше нравится этой линейки. Артикул 13-12 тоже средство мужа. Так, умывалка Катюшкина, артикул 0589, что-то она опять начала усыпаться, я ей, конечно, прописала список БАДов, но прикол в том, что она их то пьет, то не пьет, а вот 0589 все-таки личико стало почище. Это гель для умывания, который он глубоко очищает поверхность кожи и поры от избытка кожного сала, внешних загрязнений, косметики, не вызывает стянутости и сухости кожи и дарит ощущение комфорта. Вот действительно все так и есть. Это из линейки антиакне или антиакне. Это моя умывалка, закончилась гель для умывания. Ну что могу сказать, все
хорошо, отличный гель. Артикул 2820. Кожу не пересушивает, но и не увлажняет. Как бы, ну, такая золотая серединка. Мой любимый гель для душа 8125 Pur Toujours. Ну, это уже классика. Очень приятный такой аромат у него, дорогой, хороший. Любимый гель для душа моей дочки Ферик и Сенсуэль. Это пудровый такой сладкий аромат. Нежная нежнятина, пудрятина. Да, 8120. Оба идут 150 мл. Гель для интимной гигиены 8722. Этого больше нету в наличии, детский гель для подмывания. Интенсивная маска для нейтрализации желтизны с артикулом 2712. Мой must-have, всем рекомендую, у кого желтые волосы. 20 минут посидел в ванной. Пока моетесь, голову помыли, отжали немножко полотенчиком, нанесли эту маску. И дальше продолжается чистка зубов, умывание, там, делание масок, борьба с волосками, мытье тела. В общем, найдете чем позаниматься 20 минут в ванной. Очень хорошая маска, прям рекомендую. Дальше ламинирующий бальзам маска, жидкий шелк. Это новейший. Новинка. Еще каталог не закончился, как она вышла на момент съемки. Не знаю, когда эти пустышки выйдут, но мы ее уже закончили. Вот она, да, чуть-чуть еще осталась, постояла. Она идет как бы такая с блестками еще вдобавок. И что он делает вообще, да? То есть это ламинирующий бальзам, маска с артикулом 10089. Она идет для всех типов волос, обеспечит интенсивное кондиционирование, смягчает и идеально разглаживает волосы по всей длине, глубоко ухаживает, увлажняет, насыщает питательными веществами, надежно защищает от электризации, пушистости и спутывания, дарит прядами интенсивный блеск и сияние. Все так и есть. Даже мои пережженные волосики сказали спасибо. Единственное, что маленькая упаковка, 170 мл, ну классическая, да, в компании Faberlic, 170 мл. И если волосы сильно длинные, то она заканчивается, ну, раз за 8. Далее, обновляющий ароматный уход. Это у нас идет гель для душа с персиком и молочными протеинами. Очень приятный аромат. И, конечно, есть ухаживающие свойства. Артикул 7973. Маловтилен, пара упаковок. Это наша домашняя аптечка. Она у меня в каждых пустых баночках. Содержит активные компоненты масла макадами, жажаба, бурити, кедр, масляные экстракты конского каштана, календулы, облепихи, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка и меди. И витамин Е и Ф. Очень крутая штука, безумно нравится. 709-12 артикул. От всего. Раздражение, прыщики, там, не знаю, заеда на губах. Все что угодно. Дальше. Видите зубки, да? В общем, я не успела им воспользоваться, хотя это новейшая новинка, и ничего про него не расскажу. Единственное, скажу, что пользовалась им 2 раза. Действительно достойный бальзам, хороший бальзам. Цвет такой приятный на губах был. Это хороший, очень хороший ухаживающий бальзам. 408-37 артикул. Ой, ну вообще. Надеюсь, она ее не съела. Мы так и не увидели, что где в помаде замарано и когда это было. Так, к сожалению, вышел срок у меня такого вот средства. Это цветной корректор для лица, артикул 6180, но его и нет в наличии. Я его использовала для высветления чего-либо. Он такой светло, очень фиолетовый, дает лицу белесый оттеночек. Все, его больше нет в наличии, поэтому смысла нет его обсуждать. Тушь Click & Go. Жирная, классная, суперская тушь. Долго не кончалась у меня. Просто великолепно. Это запатентованная формула. Нажали, открыли. Она не крутится, то есть кто-то ее крутил, сказал открыть не может, хотел отправить на возврат. У нас тут недавно в чате продуктовом, да что же это такое, что это за тушь. Я говорю, просто нажмите на флакончик. Уже привычка раскручивать, вкручивать, да, для кого-то это неудобно оказалось. Объемная, удлиняющая, полустойкая, да, то есть она не водостойкая, то что обычная тушь. Смывается тоже хорошо, но размазывается. Артикул 5767. Достойная тушь, закажу еще. Long Strong. Так, это у нас тоже тушь. Артикул 5722. У нее очень маленькая кисточка, она очень хорошо удлиняет, только вот макать нужно почаще, и ей очень удобно краситься. Я эту тушь очень сильно хвалю, безумно понравилась, супер, просто супер. Удлиняет, разделяет, удлиняет очень быстро, ей быстро делался макияж, но очень маленькая кисточка и часто макать. Так, дальше, значит, 160 мл идет с артикулом 1882, моя любимейшая маска с маслом амлы. Это тоже абсолютная новинка. В
впервые в пустышках. Сыворотка-активатор для лица. Антивозрастной уход. Anti-Age Care. Что тут идет? Биокапсулы молодости с активными клетками Эдельвейса. Артикул 0995. Я надеюсь, там хоть чего-то еще осталось. Вот, в принципе, такого и хватит. Что могу сказать? Понравился вкус, цвет, аромат. Консистенция какая-то вот нежная, зеленая, сладковатая травка, что-то такой вот аромат Bloom. Действительно достойная сыворотка под всю линейку Bloom. Она идет с антивозрастным эффектом, наверное, 30+ она идет. Она не супер такая мега плотная, она очень быстро впитывается. Макияж на нее тоже кладется хорошо, не скатывается. Ну и качество лица, я думаю, улучшилось, потому что я и пользовалась прям вот вторую сейчас открыла. Могу сказать, что да, я бы такую порекомендовала попробовать. Дальше с артикулом 13.06, такая вот ночная маска желе Bio Glow. Она очень интересная, превращается в водичку. Ну, тут еще была такая пластмасска. Я прям все-все выгребла. Она у меня стоит в ванной, я иногда умоюсь. Там же тоничек стоит у меня. И нанесу на лицо. Ну, как вспомню, то раз в неделю, то два раза в неделю, то раз в две недели. И она вот так стоит миленькая и ждет своего часа. Из недостатков. Для меня это плюс, но для кого-то это недостаток. У нее очень мега яркий аромат вот этого абрикосика. Еще чего-то прям приторно-сладкий. Что она делает? Масло манго смягчает, увлажняет кожу. Ниацинамид. Активный компонент нового поколения, выравнивает рельеф кожи, повышает ее эластичность, усиливает барьерные функции и способность кожи удерживать влагу. Ну, в принципе, да, коллаген, влага, что еще должно быть? Да, способствует клеточному обновлению и также Новофтемо 2, наш кислородный транспорт, который помогает кислороду попадать в глубокие слои кожи и улучшать клеточное дыхание. В принципе, все, что нам нужно. Она идет с легкой пластичной текстурой, ее надо совсем чуть-чуть. Можно сделать потолще слой и смыть, а можно оставить на всю ночь и умыться с утра. Идет обновление, увлажнение и улучшается цвет лица. Все действительно так и есть. Очень хорошая маска. 10 раз ее заказывала, еще 10 раз закажу. Так, универсальный крем с аргинином, классика, 12.79. Sensitive зубная паста для чувствительных зубов, 16.57. Тут у Викуськи опять зубик зашатался молочный, опять она заревела. Ее опять как назло на ночь, где мы ей круглосуточный найдем зубной. И я ей прям пару раз по-хорошему почистила вот этой зубной пастой. Все, ребенок уснул, с утра поел, то есть зубки дал покушать, и мы преспокойно через час после завтрака уехали в платный зубной, и нам там удалили молочный зубик. Артикул 16.57. Отличная паста, даже обезболивает на какое-то время, убирает чувствительность. Так, бальзам растирка пчелиным ядом, 12.80, помогает колене, спине, в перемешку вот с этим средством и с аргинином. То есть я вот эту тройку очень люблю. Я всего по чуть-чуть на ладошку и на спину намазываю, и к утру спинка как новенькая не болит. Ну, конечно, если защемление, ну, ни один крем не поможет. Он воспаление снимет, но защемление нужно к мануалу идти, да, я думаю. А мы с вами понимаем вот этот момент. И когда люди там с защемлением, с грыжами пишут, у меня ничего не проходит, ну, блин, надо не один раз, значит, мазать. Надо мазать, значит, две недели. С артикулом 12.80 пчелиный яд. Очень хорошая штука, прогревает. Это вообще мой must-have, особенно в дорогу. Это очищающая пенка для полости рта. Очень хорошо очищает. Со вкусом ананаса. Артикул 18.13. Прям рекомендую. Безумно, безумно выручает. Дальше. Универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Артикул 158.15. Эта вещь дает нам, в принципе, практически все. Его можно перемешивать с чем угодно, и он излечивает человека изнутри. Его можно наносить и при менструальных болях, например, на живот. И ранка порезалась, помазали. Прыщик вскочил, помазали. Коленка заболела, месяц надо мазать. То есть он лечит изнутри все, что вы захотите вылечить. Абсолютно все. То есть это сигнальные пептиды, они лечат все. Дальше. Бальзам восстановления и уход. Артикул 8750. Оно идет для сухих, поврежденных и секущихся волос. Очень-то мне понравилось. Но вот у меня у дочки жирные волосы, да, и она им воспользовалась разочек. И говорит, мам, у меня что-то вот два дня и голову пора мыть. Я говорю, ну а что делать? Говорю, сама виновата, для сухих волос бальзам схватила. Ну, я откуда знала, тут все по-английски. Я говорю, ну, во-первых, ты англичанин, во-вторых, читай сзади. В состав входит прополис, шиповник. Но это как раз все увлажняет. Кстати, очень хороший, классный, достойный бальзам. Прям классный и достойный. Мне понравилось. Клак для волос. Контроль укладки в течение всего дня при любой погоде. Артикул 89.73. Пользуюсь им годами и очень довольна.
Закончился у меня крем One Week Miracle Anti-Age, маска для лица, шеи, декольте, ультралифтинг. Ну, ее можно хоть каждый день делать, хоть через день, хоть один раз в неделю, но надо. Она борется с морщинками и, в принципе, довольно так и успешно. Мне нравится. Артикул 0654. Дальше. Мыло для рук 2388. Спрей антиперспирант. Антоха им больше всего пользуется. Он ему очень понравился. 2679. 9 артикул. Дальше крем. У меня закончился наконец-то ночной крем. Дневной еще остался. Это Green Karma. Натуральная косметика на основе масла конопли, созданная с заботой о коже и природе. Это мне подарили, по-моему, в Калининграде, что ли. Там, по-моему, должно немножко остаться. Да, вот. Помню, что я чуть-чуть оставляла. Очень нежный крем, шикарный крем. Я им довольна. Он мне очень понравился. Запах у него, конечно, такая горечь. Ну, наверное, вот этой коноплей пахнет. Такой горьковатый, не очень приятный. Но, опять-таки, хорошо, что он без отдушек. 99,5 натуральных ингредиентов. Что он делает? Масло конопли холодного отжима у нас эффективно разглаживает мелкие морщинки. Ну да, можно сказать, что да. Подходит для борьбы с уже имеющимися признаками старения, для профилактики их проявления. Биосахарид оказывает активное восстанавливающее, увлажняющее и омолаживающие действия. Витамин Е, натуральный антиоксидант, предотвращает окисление липидов в коже. В принципе, очень достойная штука. Классно. Причем еще и с пользой для здоровья, потому что выращивание конопли помогает снизить углеродный след. Это классно. Это натуральная косметика. В общем, рекомендую всем попробовать. Дальше закончилась моя мицеллярная водичка. Очень мне нравится. Артикул 2819. Большая упаковка, самое то. Заканчивается намного реже. Это хорошо. Меньше пустых баночек. Чем меньше, тем лучше. Так, значит, Libera Verum мы тут пропивали всем семейством. Артикул 156.97. Что-то какая-то баночка грязная. Антистресс. Когда пью, когда не пью. То есть, когда надо, только пью. 156.76. Очень хорошо, кстати, работает. Так сразу прибивает, но не усыпляет. Что мне понравилось. Liver Support. Ну, печенку, когда восстанавливаете, в принципе, весь организм улыбается. Потому что печень — это очень важно в нашей жизни. Артикул 156.86 пропила обязательно. Кардио Суппорт — очень классная штука. Артикул 156.84. Вот я даже чувствую, когда давление поднимается. Я две таблетки его, две таблетки магния в перемешку пью, и у меня все проходит. Поэтому он работает 100%, очень хорошо. Иммуносистем Суппорт комплекс пропила после пилонефрита, потому что надо силы восстанавливать. Тут и D, и B2, и... в общем, много тут чего всяких, да, хлорелла, спирулина есть, аминокислоты. Артикул 156.78 пропила с превеликим удовольствием. И также пропила еще иммуномодулятор Forte 156.79. Это вообще наш must-have. Только начинаете болеть, можно даже по 2 штуки 2 раза в день пить на голодный желудок, запивать водой с лимоном или пихтовитой. Пихтовита тоже, кстати, где-то оно у меня есть. Вот пихтовита 157.35. И можете не разболеться. Дальше пробиотик после антибиотиков. Я его пропиваю, чтобы быстрее быть здоровой. 156.89. В общем, заселяю себе хорошую флору. Так, это Liver Support, еще одна, и Good Flora. Ну, сами знаете, что кишечник — это 80% иммунитета. Все вирусы, все в кишечнике. Артикул 156.85. Иногда кашель бывает из-за того, что с кишками не все в порядке. Вот так связан кишечник с организмом. Ну, я думаю, все уже это давно знают. Поэтому 156.85 можно месяц пить, месяц не пить. Месяц пить, месяц не пить. То есть таким вот образом. Так, дальше. Муж у меня пропил эндокринную систему. Ему назначила это врач с артикулом 156.81. Почему? Во-первых, он у меня уже скинул 26 килограмм. И, конечно же, она сказала, что эндокринную систему, чтобы ничего не полетело, нужно обязательно поддержать. Вот, и мы это дело пили. Он сказал, что энергии просто хоть отбавляй. Очень много энергии. Ну, я прям удивилась. Дальше, омега-3 Forte. Эту мы допили. Там в составе крахмал, поэтому мы пили по 5 капсул 157.80 с мужем вдвоем. Она наконец-то закончилась. И омега-3 Forte. Вот так вот много. То есть пьет у меня старшая дочка, младшая дочка, я пью, Антон пьет.
Поэтому такая кучка мала. Это мозги. Это на постоянной основе, без перерывов. 157-79. Витамин D3 обязательно. Мне папа еще пустые баночки послал. И плюс ко всему мы объединяли опять банки, потому что скоро едем на мероприятие. Потом еще у нас одна поездка будет по бизнесу. Еще одна. Господи, это Дрополен крем, это не Фаберлик даже. Могу вам сказать, что это не все, что мы за месяц выпили, да, то есть мы просто объединяли банки, и девочки у меня, хозяюшки по дому, все это сложили, побоялись выкинуть, потому что я им говорила, что у меня есть рубрика «Пустые баночки» для моих любимых покупателей, для моих любимых ютубовцев, вконтактовцев, да, вот, и чтобы они ничего вообще не выкидывали, они мне все сложили, молодцы, конечно. Но мы частенько, вот, допустим, одна банка витамина D3 можно объединить в две банки, в одну можно объединить, представляете? И все остальное вот шух, убираем. Поэтому нет, мы столько не выпили, потому что кажется очень много. Но когда вы болеете, и вдруг у вас будут силы покушать, ну, болеете чем-то простудным, там, еще что-то. Но D3, он вообще идет как мощное противовирусное действие еще. И D3, он нужен для усвоения кальция. Вот если вы пьете кальций К2, если он у меня тут нету, наверное, да, вот если вы пьете кальций К2, вам нужно обязательно пить и витамин D3, чтобы у вас пошла усвояемость кальция, чтобы он не откладывался там где-то в мозгах или что-то такое. Дальше с артикулом 158-60, капли Signum 31. Я их взяла 10 штук, у меня все разобрали, я оставила 3 штучки для дочери. Я сама их даже до конца не израсходовала. Это биорегулятор тканей глаза на основе сигнальных пептидов. Отдала своему самому младшему любимому очкарику. Мы с младшей дочкой обе очкарики, у меня минус 5 с 4 класса, а у нее вот минус то 1,5, то 2. То есть у нее начало улучшаться. Вот мы ей месяц помазали, и как будто бы она себя стала комфортнее чувствовать без очков. Но сейчас мы еще ей начали давать для зрения. У меня есть в заначке для Викуськи. Да, я набрала побольше для зрения от Molecula Force. К сожалению, для зрения пока в наличии вот нету. Но передаю вам из уст в уста, что Юлия Трат сказала, что с конца сентября начнет все появляться по чуть-чуть, но начнет появляться. Дальше гидрокверцетин тоже объединяли, чтобы увести папе. Тут 30 капсул в такой вот баночке. Влазит 3 штуки в одну. Поэтому мы все это объединили, папе увезли с мамой 6 штучек, остальное оставили себе дома. Значит, вот 30 штук в упаковке, очень дорогая, очень классная штука. Пить нужно всегда всем по одной в день, без перерыва. Вот услышьте, пожалуйста, это очень важно. Причем есть АЦЕ. Я помню, у меня уплотнение было в груди, мне прописали АЕВИД, и у меня уплотнение прошло в груди. Вот до какой степени эти витамины важны. Я вот прям помню, что я просто витаминками вылечилась. Поэтому дигидрокверцетин нужно обязательно пить. Это иммунитет, это сообразительность мозга, это улучшение работы сердечно-сосудистой системы. То есть он влияет на все моменты вашей жизни. Биологически активная добавка к пище. Артикул 157-90. Обратите на нее внимание. У нас даже Викуська пила по одной в день, и у нее перестали быть ручки-ножки холодные. Она стала лучше учиться. Но мы еще PC-100 пьем с Вальберис, Пасфодин, Сирин. Вот обратите на него внимание. Поэтому его вот столько много. Дальше, смотрите, вот Селен меня просили показать. Сейчас Селен мы берем в компании Faberlic, он халатный, и у него усвояемость лучше, чем у этого. И даже это подтвердил мой доктор знакомый, мой нутрициолог, сказал, что халатный селен лучше, да. Тут 100 таблеток, но они равняются тому. В общем, скоро увидите наш халатный селен в пустышках. О нем, кстати, Эдди Гер очень хорошо рассказал, поэтому посмотрите. Вот если не хватает селена и цинка, то не хватает и сил жить, как будто бы, да. То есть плохое настроение, там еще что-то. Вот поэтому надо все сейчас пополнять. К сожалению, сейчас еда полупустая пошла. Так, с артикулом 158-00 куркумин. Вообще мы его всей семьей пьем по 2 с утра на голодный желудок. Неважно, болеем, не болеем. Он идет как противовоспалительный. Вот какую-нибудь пиццу, пакость съели, уже воспалительный процесс начинает проявляться. Потому что глютен, сахар, дрожжевое, это все дает рост патогенной микрофлоре. Все дает рост. И если патогенная микрофлора растет, то и усиливаются воспалительные процессы в организме. И куркумин, он их подавляет. Поэтому 158-00 очень хорошая штука. Вот у меня сейчас муж вчера выдал 37,5,
я испугалась, ну это вирус, чистой воды вирус, потому что он не может простыть, он тоже у меня на БАДах весь. И я ему дала дигидрокверцетин после еды, прямо 3 штуки дала. Куркумина сегодня 5 штук с утра дала. Ну и что вы думаете? У него уже 36,9. Кто-то на месяц в больницу будет заперт, да, а кто-то вот 2-3 дня и дальше пошел. То есть вот этим отличаются люди, пьющие БАДы от не пьющих БАДов. Так, это у нас железо и йод. Келп, это щитовидка, 157-55 обязательно, ой да господи, да, обязательно надо пить. Так, конечно же, магний. Так, магний у нас получается 158-01, витамин С плюс цинк 157-89, живица масло кедровое с артикулом 157-28. Это средство, я не знаю, есть ли оно еще в наличии, но рекомендую его с артикулом 17-01, бальзам первая помощь. Тут есть все, что нужно для того, чтобы что-то заживить на коже. Все очень хорошо. Эфирные масла чайного дерева, найоли, лавра благородного, антибактериальный эффект. Также водоросли тут, органовое масло. В общем, тут очень много. Богатый такой состав, оно не дешевое, но тоже хорошо помогает. Время от времени мы смазываем, даже вот за едой у мужа. Кардиопротектор пропила я. Сейчас у меня у дочки сердечная недостаточность. Мы ей будем давать и кардиопротектор, и если будет в наличии, и тот протектор будем подавать, и Q10 будем подавать. У меня старшая дочка перенесла в 7 лет операцию на сердце, сердечко мы с ней поддерживаем. У кардиопротектора Signum 12, артикул 158-26. Очень дорогая штучка, стоимостью 3 с лишним тысячи рублей, но и я подтверждаю, действует очень хорошо. Поэтому всем время от времени, особенно кому за 30, нужно пропивать. Не бывает людей, которые никогда ни из-за чего не расстраиваются, никогда не пьют кофе, никогда не бывают в центре города, никогда не жрут глютен. То есть таких людей не бывает. Поэтому вот нам с вами и успокоительные, и антистресс, и так далее. Да? Магний хелат 158-01. Тоже перерывы не нужны, как говорит мой доктор. По 2 на ночь пожизненно, и будете намного дольше жить. Так, восстанавливающая сыворотка для осветленных волос, 27-13 артикул. Нейропротектор очень хорошо помог моему папе, он его до сих пор пьет, этот нейропротектор. Папа у меня был парализован 5 лет назад, и сейчас уже даже сам ходит везде. Я очень довольна, прям очень довольна результатом, и сама довольна, кстати. Сон с него улучшается, спокойнее становишься и так далее. Дальше, гастропротектор, это для тех, кто у нас страдает, если что-то не так же кишечным трактом, обязательно попить 158-28. Вот эти все средства, они стоят 3300 рублей. А вот и наш селениум. Селениум хелатный. Да, уже одна упаковка закончилась, потому что из одной мы сделали две. Артикул 158-06. Но мы их пьем, так как тут 70 миллиграмм всего лишь, да, 70 миллиграмм, мы их пьем по 3 в сутки. По 3 в сутки пьем. Так, антистресс, это в аромадиффузор иногда, когда, особенно когда у меня Викуська, я ей могу прямо на подушку, вот прямо ручки помажу и на подушечку, чтобы она нюхала вот это все дело. Прямо ручки я подушку вытираю, и она засыпает лучше. Артикул 12-96. К чему мы только не прибегаем. Тут у нас лимон, мята перечная, перец черный. То есть, да, такой антистресс, успокоительный. Вот она как раз перевозбудится и не может потом, и не может. Дальше выкидываю. Как я не люблю это показывать, как меня за это ругают. Ну, куда ж мне такой цвет, скажите. Выкидываю. Он мне не нужен, он не подходит для коррекции. Он желтый. Артикул 65-33. Хотя сам эцклир очень даже неплохой, прямо суперский. Далее побежали дневные прокладки. Так, дневные прокладки, артикул у них, они тоже идут с неоновым чипом, 112-89, 10 штучек. И ночные прокладки с артикулом 112-95. Да, 112-95, их тут 7 штучек, тоже идут с анионовым чипом. Это антибактериалит, предотвращает различные раздражения. Нам они очень нужны. Еще старая версия тонального средства для лица. Оно идет как CC. Значит, тут идет активный ингредиент масла австрийского чайного дерева. Успокаивает кожу, уменьшает покраснение. Да, то есть во время сыпи можно это использовать. И за однаким еще и тоналкой лечить свое лицо. Цвет великолепный. Также у него есть эффект софт-фокус, который делает кожу визуально более гладкой, светящей.
светящийся. У него есть недостаточек, но для меня он не недостаточек. То есть он немножечко подсвечивает кожу, и кожа, знаете, так вот блестит, как будто вот вы вспотели, да, то есть такой блестящий у него оттенок, слегка. Но все же на камеру, на свет и так далее, блестите вы как новогодняя елка. Вживую это не так заметно, на камеру очень сильно. Поэтому я использую пудру Wet n Dry Perfect Mini, она мне очень нравится. Тут все завизуалится, полечится. В итоге я блеск убираю просто пудрой. Пудру все равно нужно. 66-61. Классное сочетание пудры и вот этого средства. Дальше, любимый чай мужа. Артикул 157-15. Он его пьет каждый день. Гидрейн. Вот как раз, когда заболели, мой врач сказала, что нужно обязательно сходить в туалет. Причем несколько раз. Артикул 157-71. Поэтому это мы с мужем выпили. Очень хороший у него и слабительный эффект. То есть он улучшает предстальтику и, конечно, выводит различные пакости из организма, потому что состав тут просто офигенный. Мята, ежевика, крушина, алтей, пижма, репешка, кукурузная рыльца, хвощ, александрийский лист и побеги амелы белой. Что они делают? Противовоспалительная репешка, кукурузная рыльца желчегонная, трава хвоща мочегонная. То есть, ну вот я, допустим, вчера выпила 2 пакетика, и сегодня с утра проснулась, у меня какая-то легкость, понимаете, в теле. То есть мне это надо попить. А если пить месяц, тут как раз 21 фильтр пакетик, хватает на 2 месяца. Но тут написано 1 или 2. Если месяц его пить, то я думаю, не стоит. Думаю, 2 недельки нормально будет. Не стоит месяц пить. Дальше. Детские влажные салфетки. Их уже, к сожалению, в наличии нету. Так, упаковка из-под нового кускового мыла. Хотела о нем рассказать. Это VIP-новинки. Каталога 15. Артикул 29-61. Слушайте, клевое мыло. Мылится хорошо, все здорово. Дальше. Влажная туалетная бумага 0+40 листов. Артикул 304-01. Ну, лежит у нас в туалете. В поездке много, кстати. Ее очень много у нас тратится. Дальше, вот тут вот вы увидите рецепт. Вот тут вы увидите рецепт вот наших пирожков. 30 порций шелуха подорожника. Артикул 157-64. Очень классная штука. Так, хочу похвалить салфетки мои любимые. 305-50. Ну, это я уже 100 раз хвалила. Вот эти хочу салфетки похвалить для кухни. 115-24. Специально не стала выкидывать упаковку, потому что безумно классные были салфетки. То есть они сейчас уже в использовании у меня. Сами салфетки не покажу, но кто мне верит, поверьте на слово. Так, минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды – это коралловый кальций. Артикул 157-30. Очень хорошая штука. Так, влажные салфетки, быстрое очищение и уход. Это для обуви. Осень началась. 114-34. Очень нравится, что упаковочка маленькая, аккуратная, даже в сумочку войдет. И все будет хорошо. Ну, конечно, она не для замшевых, но тоже очищает здорово. Дальше. Куча приправы. Почему куча? Мы всю эту приправу в одну баночку большую высыпали, потому что нам надоело. Мы их состроили, они падают. А приправа мне это очень понравилась. Прям очень понравилась. Средиземноморские травы, Family Club, Нечаев, они ее выводят. И я решила набрать побольше, потому что мы уже к ней привыкли. Набрала побольше, мы их составили в шкаф, они падают. Я говорю, нафиг, говорю, давайте все это в одну банку пересыпаем. В общем, если 161-36 есть, берите. Очень вкусная приправа. Ой, прямо очень вкусная приправка. Прям безумная. Прямо ее можно, знаете, везде. Ее можно в салат, курицу с ней запекать. В общем, что хотите. Так, приправа для сочной курочки все-таки островата. 161-31, но используем иногда. Приправа для ароматного мяса тоже очень достойная приправа. Безумно нравится. Очень вкусное мясо с ней получается. 161-34 артикул. Ну и приправа для свежих овощей. Правильная приправа. Ой, тоже очень вкусная приправка для овощей с артикулом 161-33. Дальше, мой любимый кофе. Раз, два, три, четыре. Это кофе «Добрый день». Нагремела же я вам, да? Артикул 160-49. Так, чая уже такого тоже в наличии нет. Допиваем остатки. Кетчуп, по-моему, кетчуп шашлычный еще остался. Но он нам не так сильно нравится. Мы его используем только пиццу, вот когда безглютеновую печем. Вот мы тогда используем. Артикул у нас получается 160-51. Это кетчуп шашлычный. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Анна. Проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.